и наши подписчики, вот, и новые, и старые. Сегодня мы находимся в Кудепсте на КАМО 70 ЖК Орион 3. И сейчас вы увидите, как практически закончен ремонт уже вообще. Осталось нам, ну, поставить сейчас рамки, сейчас все уже покрашено, все сделано. Нам нужно только завести сюда мебель, сделать клининг, повесить шторы, поставить мебель. Ну, это уже не касается ремонта. Вот. И чтобы вы понимали, ремонт закончится примерно вот на такой стадии. Сейчас мы поставим розетки-выключатели и после кухни сделаем фартук. На этом, в принципе, условия нашего договора, они заканчиваются. То есть, что, вы, ну, что нужно знать? Что мы сейчас доделаем вот это, но мы не остановимся, мы будем помогать. Вот. Сейчас можно увидеть, как сделана покраска. Спальня в одном цвете, здесь кухня в другом. Мои заказчики уже выбрали диваны, выбрали, кстати, можно сейчас в санузле показать, у нас тоже разрыв был большой. Пойдем, наверное, сразу начнем с санузла. Вот. Качество покраски, ну, опять же, если камера сможет передать. То есть возьми, пожалуйста, ракурс так, где падает свет, вот, чтобы было понимание, ну, о том, насколько ровно она должна ложиться. Вот, и наши ребята, я думаю, это потолки, кстати, натянули тоже, но сейчас мы коснемся к потолкам. Так, сними, пожалуйста, сразу вот этот кран. Мы уже его ставили на ЖК Романовском. Вот. Здесь очень есть хороший кран, который убирается в сторону. Вот. Это очень важный момент, потому что когда вы будете, к примеру, купаться, то вот этим краником вы можете пользоваться, а можете нет. Это очень удобно. Вот. Так. Что еще? Что еще? Так, ну, здесь уже видно наши это, но это у него своя розетка и свой выключатель, но у нас, если не ошибаюсь, да, вот она полторашка, вот, она будет включаться, здесь свет, чтобы не тянуться туда, потому что, ну, будет разный это, вот, особое внимание нашему белому другу, вот, это унитаз Цезарь, сантековский, очень хорошая модель. Давай поближе, если сейчас получится у нас вода. У него без обводного. Вот, и как сказала одна наша заказчица, мы делали две квартиры, одну в премиум классе, одну в комфорт классе, вот такую. И получилось, каким образом, то есть мы там, где в комфорт классе поставили Цезаря, а потом, где в премиум-классе, мы взяли более дорогой вариант для того, чтобы это... Так вот, она сказала, что лучше Цезаря, ну, нету. Так, я водичку перекрою сейчас, чтобы здесь во избежание недоразумений. Так, ну, в принципе, так, с краном разобрались. С этим разобрались. Вот, наличники поставят 10 числа, просто уехал наш монтажник к сыну на день рождения, вот, приедет, поставит. Так, с мебельщиками тоже поговорили, 13 числа они приступают к работе, вот, закончат здесь. Так, по поводу потолка и освещения, то есть, ну, вот это, как вы понимаете, маленький треугольничек из трех, это будет зона кухни, вот здесь будет зона дивана, она тоже будет выключаться отсюда. Вот, вот эти два светильника. И вот эти три, они будут тоже как бы как проходная зона освещения. Ну, в коридоре как бы все понятно. Так, по поводу... да, кстати, вот видите полотно? Это на выброс. Потому что ребята наши немножко ошиблись. Вот, и сделали еще здесь. Получается... три лампочки. Ну, здесь, получается, будет зона двух диванов.
Да, вот здесь будет один диван, вот здесь будет второй диван, друг напротив друга. И вот эти проходные выключатели с одной и с другой стороны. То есть можно будет включать и выключать, то есть зоны друг друга. То есть если вдруг что-то надо выключить или мешать, то есть можно всегда выключить или ту секцию, или включить обе. Так, ну, что еще? Осталось вот, я же говорю, покраска, уборка, все уже. Осталось совсем немножко, вот, будем стараться, конечно же, заканчивать еще быстрее, но сейчас нас уже ждут мебельщики, и сейчас мы их ждем уже, то есть мы уже свою работу всю выполнили, все сделали, цвет какой приятный, да? Да. Вот, для глаза прям приятный цвет, а синий он такой какой-то радостный, такой насыщенный, красивый. Такой небесный цвет. Вот. Что еще сказать? Ну вот, осталось последний этап, наверное, сегодня это будет уже предпоследняя съемка. Почему предпоследняя? Потому что следующую съемку нам уже будет снимать только уже, когда здесь будут стоять диваны, будут висеть шторы. То есть мы еще один раз заедем, когда будет стоять кухня, мебель, будет все убрано чистенько. И если повезет, наши заказчики вот приедут и расскажут вам, как вообще тяжело с нами работать может быть. Вот, либо наоборот легко. С чем столкнуться пришлось. То есть, ну, очень много таких нюансов, которые я бы рассказывал, но я могу рассказывать очень много и по теме как бы ремонта, но о впечатлениях от ремонта, наверное, лучше расскажут сами заказчики. Но опять же, это маленькое но. Если повезет и люди захотят, ну, поучаствовать в этом процессе. Потому что вот сейчас уже на огнях Сочи один из наших заказчиков попросил не снимать для YouTube квартиру. В принципе, все понятно, ничего страшного. У нас это как бы практика такая присутствует, ну это все вполне. А представьте себе, вот допустим, как с Посейдона Владимир, он, конечно же, кстати, он приезжает тоже 10-го, будем там снимать, что понравится, что не понравится. Ну вот, тоже может быть, если успеет, как прошел черновой ремонт, и тоже может быть что-то сделать, какие-то замечания, а вы о них услышите. Вот, так что на сегодня все, ждите продолжения, пока-пока!